У нас на базу вон какой-то гражданин гуляет. Я не знаю, кто это такой. Пошли посмотрим. На него идет ориентир. Что это значит? Добро пожаловать. У меня сегодня отличный ассортимент. Так, купить. Что можем купить? Это у нас торгаш, да, я так понимаю? Так. Чертеж обводка с длинными ушами. Чертеж ведьмовского колпака. Короче, разные чертежи. Полсферы можно купить. А, стрелы для лука. Медикаменты низкого качества. Короче, ерунду, ерунду и всякую ерунду. Пока мы ничего брать не будем, потому что мы еще ничего не разобрали, что нам нужно здесь. А, мне не нравится вот это обучающее задание, потому что такое ощущение, как будто не по порядку идут. Так, что мне нужно? Вот, когда уровень повисит, потребуется усилить статус игрока. Давай увеличим статус игрока. Так, статус, вот, отлично. Что нам нужно? Выносливость, выносливость слабенькая, мне кажется. Давай выносливости добавим. Подтверждаем. Выполнено. Дальше поймать 5 существ Ламбл, чтобы получить бонус экспедиции опыт. 5 существ. А у меня сколько этих-то? А, так, где они у меня? А у меня сфер-то и нету даже. У меня сфер нету. Оружие, кстати, у меня ломается. Так, курица есть. Курица где-то есть. Оружие у меня ломается. Мне нужно посерьезнее оружие какое-то. Так, посерьезнее оружие. Оружие у нас только бита. Возможно, идут кирки туда. Но это не точно. Так, что у нас еще там пойдет? Непонятно. Так. Пять существ. А нам нужно сделать сфер. 5. А 5 сфер у меня нет. Есть нужны осколки. Давай сделаем кирку. Давай сделаем кирку. Так, кирка есть. Так, и он что, теперь перебирать все будет или... Да, блин, все перебирает. Мне нужны осколки. Пошли за осколками. Нужно насобирать осколков. Я думаю, киркой получится получше, да? Ух ты. Так. А как вот перебирать правильно-то? И пала, можно ли поставить его на добычу? Или он только на базе будет бегать? Так. Запрыгни. О, нормально лазит так. Весело. Сейчас мы-то этих сделаем. Сфер. Побольше сразу. Так, и уровень растет. Вообще отлично. Здесь что-нибудь поизучаем, походим. Может, что вкусное найдем. Здорово, барашек. Хранилище, наверное, должно быть какое-то еще, я так предполагаю. Где все хранить? Yeah!
Так, не тренди. А он сферы и так валяются у нас. Осколки, точнее. Даже бить не надо. Давай. Камни возьмем. Так, железная руда. О, ягоды, что ли? Ягоды. Так, железная. Да, металлическая руда. Посетитель покинул базу нашу. Там что-то зеленое светится. Пойдем глянем. Статуя Палла. Взяли статую Палла. Так, у меня вес заканчивается. Пойдем на базу. Пойдем на базу. Так, быстро мы можем переметнуться на базу. Так, так, так. Разобрать базу. Блин, мы только разобрать можем. Переместиться не можем, да? Блин. Вот там что за хуй? Красавчик какой-то. Пойдем посмотрим. 14 уровень. Диносум какой-то. Ты кто такой, друг? Здравствуй, дружочек. Так, пока не будем воевать. Нам сферы нужны. Нам нужно вернуться домой и сделать сферы. А где наш дом? Вот там, наверху. Так, еще что-нибудь подбираем. Вес у нас заканчивается. А что это по знаку вопроса? Улучшить базу до 7 уровня для ее развития. Кучу-кучу палов нам надо ловить. Сейчас кого-то наловим. Так, а вы куда побежали-то? Эй! Так, я не могу. Давай, залазь. Так, здесь у нас еще строение. Так, у меня вес много. Не набрать. Так, давай поедим. Что у нас там с едой? Где еда у нас? Так, использовать. Питательность 15 идет. За ягоды. За 36. За яйцо 16. Яйцо у меня уже умирает. Его надо съесть срочно. Так, примерно так. Так, веса мало, пойдем улучшать, придумаю там что-нибудь. Так, эти все в спячку пошли. Так, как базу нам улучшать? Нам нужно сделать много сфер, во-первых. Там у нас кто-то все гуляет, да, в стороне. Так, сфер, сколько можем сделать? Много можем сделать. 8 можем сделать. Опа, там какая-то летающая фигня летает.
Вон, видите, слева меня. Что-то там летит. Сейчас по ним посмотрим. Так, а как базу улучшить? Улучшить базу. Так, технология. Очки технологий. Так, я вот это могу или изучать, или так, или делать. Блин, это улетел. Я хотел посмотреть, кто у нас такой летает. Интересный. Камни появились вокруг. О, ты кто? Двадрим какой-то. Ты кто, друг? Опа! Ты больно дерешься, да? Давай, бей его, бей его! Опа, меня убили! Ой, жаба какая! Так. А вот здесь я возрождаюсь, да? Так, что сделано? Так. Построить деревянный сундук. Вот у меня где задание. Понятно. Построить деревянный сундук. А я все потерял же, да? Так, сейчас у меня ничего нет уже? Ничего нету. Так, понял. И у меня ничего нету, все осталось там. Пойдем заберем. Так, ты не будешь меня оттачить-то, дружочек? Так, забрать все. Все, греемся. Здоровье у меня хреновенькое. Мощный какой-то приятель попался. Так, давай со здоровьем посмотрим, что у нас. Кстати, еда у нас здоровье улучшает или нет? Давай попробуем. А, здоровье у меня само восстанавливается. Все, вопросов нет. На базе. На базе восстанавливается здоровье. Так, информация о базе. Давай-ка этих-то выпустим. Может. Так, так, так. С управлением, конечно, еще не разобраться, нифига. Этого давай тоже сюда. Так, у меня нету камня. Это во-первых. Во-вторых, как улучшить базу? А, выпустить палов работников на базе, построить объект деревянный сундук. Текущее задание. Так, как выпустить? Так, 8 сфер у меня есть. Так, палы, технология. Технология, так, изучать надо. Давай изучим, что он тут. Вот деревянный сундук, нам нужна древесина и камень. Древесина и камень. Так, и выпустить палов на как-то. А, вот.
палы. Сюда. Вот. Которому не хватило кровати. Кровати вам нужны еще? Да очень прикольно. Серьезно, что ли? Так. Этого давай заберем сюда. Чикипи. Так, этого мы не трогаем. Он кусается больно. Попробовать на добычу камня. Как можно поставить? Нельзя. Строительство, костер. Можно поставить. Невозможно выполнить это действие. Так, я сферу выкинул, да? 7, да, блин, сферу выкинул. А как поставить на работу? Вот это мне очень интересно. Так. Выпустить так не надо. А, он для яиц. Иногда производит яйцо, если прикрепить к постройке пастбище для скота. Вот информация. Камень он добывать не будет. Так, камни я нормально наколотил там уже. Мне топорик бы сделать еще. Топорик сделать для дров. Топорик. Так, а здесь спал что? Для чего он нарисован? А, типа палы делают что ли? Так, не понял я пока. Пока не понял. О, все, я переполнен. Я переполнен. Так, что-то мне нужно было улучшить. Улучшить, сделать ящик. Да, вот, отлично. Ремонтный стол. Постройки. Так, вот с этими как орудиями. То они улучшаются или что с ними делается? Ничего, да, с ними не делается. Так, лук. Искать волокно, и можно будет сделать лук. Так, вот кровати у нас. Ремонтный набор. Соломенная кровать для палов. Вот. Вот у нас спать палы. Так, здесь что показано? Вот это что у нас? Ручная работа, транспортировка. Добыча ископаемых. Вот как на добычу ископаемых его поставить? Этот на пастбище, ладно, фиксим. Добычу ископаемых. Вот это надо как-то оформить. На добычу ископаемых. Нам тяжело, нам тяжело. Нам очень-очень тяжело. Так, верстак. Ой, верстак. Где? Во, сундук. Так, в уголок его спрячем тут.
Открыть. И давай сразу то все. Так. Так, а как нам все то убрать туда? А откуда там камень, дерево взялось? Блин, это так частями переносить. Ну так себе развлечение. Так, шерсть мне сейчас точно не нужна. Так, что еще строительство? Что там хочешь построить? Ремонтный стол хочешь построить. Так, ремонтный стол. Он нам нужен? Не думаю. Так, вот костерчик можно воткнуть. Где мы его воткнем? Кострище сделаем. Можно улучшить контейнер для палок. Этот бегает, собирает. Ё-моё, ребятки. Он бегает, собирает. Да, вот древесина прибавилась. Он бегает, собирает древесину и камень. Вот у меня 2, 6, 3. Давай это так сделаем. 6 и 32. Сейчас он пробежит, что-нибудь соберет там, не? Да ты можешь убрать-то, или, блин, как убрать-то просто? Фиг знает, как убрать. 6.32. Так и осталось. Пока так и осталось. Ладно. Так. Кровати. Нам нужны кровати. Для этих барбосов. Вот. Во-первых, им кровать. Недостаточно материалов. А что нужно? Так, древесина. Давай древесину заберем. А у меня древесин там и мало. Тут что? Пойти нарубить. А это так и летает тут, а? Так и летает. Так и напрашивается на неприятности. Ну давай, давай, отдыхай. Да, выносливости совсем не хватает. Так, и волокно взяли. Сейчас наберем сразу побольше. Закинем. Так, кто там что хрюкает? Не хрюкаем. Все, все, пойдем. Курицу тоже отпустить, наверное, может. Нафиг она мне тут нужна. Так, сейчас построим кровати.
Так, где палом сделаем? Ладно, без разницы, где. Так, себе давай поставим. Внутри фундамента под крышей можно. То есть надо сначала сделать... Блин. Сначала дом надо делать, да? Так, ладно, опалом. Опалом можно где угодно. Нет, нигде угодно. Давай, давай, помогай, помогай. Давай, давай, шустрее, шустрее. Доволен? Все, молодец. Кровать есть, спи, отдыхай. Молодец. Так, для моей кровати мне нужен фундамент и крыша, получается, тогда. Вот у меня набор для строительства. Как бы он есть. Как это делать? Вот. Вижу. Так, это что? Деревянный фундамент. Так, деревянная стена. Короче, полноценную. Деревянная крыша. Полноценный дом настроить. Это же чисто для сна получается, правильно я понимаю? Так, все построено. Да, вот эта фигня мешается. Так, а сдвинуть на половинку мы никак не, блин, не можем, да? Только ровные пристройки. Блин, плохо. Но мне, в принципе, кровать только нужна, мне же там уж ничего и не надо. Так, дверь. Так, ну чё, блин, с каждой стеной так, что ли? Видимо, да. Путаюсь в кнопках. Так, и крыша. Так, где крыша? Нужен нам конек или нафиг не надо? Ну, пока не надо, не буду заморачиваться пока. Так. Так, у меня уже голод уже. А, можно было просто и навес сделать. Получается, что ли? Что-то ставится же, но ну, поставься. О, так, стоп, не то. О, как оружие убрать? Вот вообще чтобы убрать. Никак не могу убрать. Попробую здесь кровать поставить теперь. Так.
О, отлично. Так, ты где, братан? Давай быстрее помогай. Давай, давай. О, отлично. Теперь я могу поспать, наверное, да? Ну-ка. Все, поспали. Так, что у нас происходит во время сна? Я не вижу как бы и ни сохранения, ни каких-то действий. Оружие никак толком не убрать. Так, давай поедим. А где у нас еда? Оружие, блин, как мне вообще его не убрать? Блин, а? Так, давай курицу выпустим тоже. Где у нас курица? Чики-поки, иди сюда. А, на базу только одного я могу. А почему? Потому что улучшать базу надо. Так, мне нужно поймать 5 существ. 5 существ, но мне нужно оружие какое-то посерьезнее, наверное. Поймать 30 палов, чтобы повысить уровень игрока, улучшить базу до 7 уровня. Давай попробуем улучшить. Где мы можем улучшить базу? Явно не здесь, наверное. Так. А, вот оно, где улучшается, наверное. Так, давай, что здесь можем? Копье, обыкновенный щит. Так, тканная одежда. Подвесная ловушка. Подвесная ловушка. Давай изучим. Блин, я ожидал, что снизу откроется. Так, я ожидал, что откроется снизу. Может, еще нужно. Так, давай копье изучим. Так, снизу опять не открывается. Очки технологии. Кормушка. Да, пока не открывается. Как-то улучшить это дело. Улучшить базу нам. Так, старый лук. Давай лук изучим. Стрелы. Ткань. Все, вниз пока мне никак не влезть. Вниз пока мне никак. По оружию улучшит. А, давай сделаем оружие. Так. Копье. Так, оно у меня одноразовое или... Или как оно делается? Так, где там, друг мой? Давай быстрее помогать мне. Давай, давай. Давай, давай, помогай, помогай. Отлично, молодец. Так, я забрал. Где копье мое?
Вот, копье. Надеть. Место биты. Понятно. Вот это... Ух ты, нифига у меня копье теперь. Вот этого надо как-то нам расфуфырить. Давай-ка мы еще возьмем друга еще своего. Вот этого. И попробуем его захватить, вот этого. Так, есть у меня сфера? Сфера есть. Поспать для сохранения? Будет сохранение? Не будет сохранения, если посплю. Я не знаю, для чего это, ну ладно. Так, приказы палом. Атаковать мою цель. Где копье? Давайте, давайте, давайте. А где друг-то второй? О, второй прибежал, молодец. Давай, давай, давай. Давай, давай. Лупи, лупи его. Так, вы где, братаны? Давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Заберем. Не забрали. Давай, давай, лупи. Заберем. Давай, давай, чуть-чуть, чуть. Давай. Есть! Отлично, он мой. Так, погружается он тех, кому испытывает симпатию. Бесконечно показывает им счастливые сны. Предмет обожания, не просыпается до самой смерти. Хо-хо-хо-хо. Ничего себе. Бонус к опыту мне дали какой-то. Можно улучшить контейнер для палов. Давай улучшим контейнер. Так, а как его улучшить? Так, 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 так. У него тяжелое ранение. Давай его поставим, пускай это отдохнет он. Так. Вот он лечится. Лечится, лечится. Атака у нее сильная, да. Защита тоже сильнее. Но так я, честно говоря, не очень понимаю, нужен он, не нужен. Так, вот этого сюда. Так, он также идет на сборы. Вот у него единичка сборов есть. Ядовитый плевок. Да, Эдрим. Кстати, девочка. Эти все мальчики, а это девочка. Да, Эдрим. Так, хорошо. Как улучшить мне? Вот, улучшение базы. Отлично. Выпустить палов работников на базе. Давай выпустим. Давай вот этого в работники впишем. Прикольный такой. О. Да, братан, ты же прикольный. Дайдрим. Бодрый, весел, не занят. Текущее задание. Вот как задание тебе дать, я не знаю. Так, давай улучшим. Максимальное количество палов работников на базе 2-3. Количество доступных для постройки баз. Так, теперь 3 можно. Построить объект кормушка, построить объект соломина, кровать для палов. 2 кровати еще надо.
Еще можно выпустить, да, я так понимаю? Да, отлично. Давай выпустим. Всех выпустили. А что ты лампочкой моргаешь? Кровати не хватает, да? Эх ты, бедолага. Так, матрасы, матрасы. Давай сейчас сделаю вам матрасы тогда. Недостаточно материалов, древесины. Ребятки, древесины вы не насобирали, что ли? Не насобирали. Очень плохо. Я расстроен у вас. Так, одно копье у меня есть, вот это мне не нужно. Ядовитая железа. Так, надо идти за дровами. Нифига. У меня цыпленок помер, что ли? А почему ты помер? А, его это летучая, да, убила. Ух ты, ё-мо, ничего себе. Сейчас мы сделаем кровать, чтобы вам удобненько было. Комфортненько. Так, а уровень базы у нас получается от уровня опыта, да? Все правильно понял. Не вижу нифига. Холод, холод, замерзаю, замерзаю, замерзаю. Все, можно немножко с палами разобраться и пойти попутешествовать, наверное. Так, все. Вес полный у меня. Вот кому можно было спуститься. С крепости этой. В самый низ. Так, Атива спит. Молодец, Атива. А где летучий голландец у нас? Не вижу. Так, летучка где-то помогает нам издалека. Так, ну давай еще сразу поспи. О, иди тоже поспи. А, ты сзади мне помогал, да? Молодец какой. Давай еще одну сделаем сразу, чтобы вопросов не было лишних. Давай, давай, колоти, колоти, колоти. О, все довольны. Так, а здесь... А, я здесь могу готовить. Жареная ягода. Всякую ерунду. Понял. Так, улучшить базу до 7 уровня. Давай посмотрим, что мы можем сделать. Так, что у меня тут появилось? Бронзовый ключ. А что у меня в инвентаре появилось, что я не вижу? Ладно, не важно. Вот у меня появились дальше технологии. Ягодная плантация, пастбище для скота. Это как раз для курицы, да?
парашют, огненный лук, огненная стрела, набор деревянной мебели для гостиной. Давай пастбище для... Волокна не хватает. Так, конечно, пастбище для скота, может, сделал бы. Как раз курица приносила бы яйца. Так, здесь у меня волокно есть. Хватит, не хватит. Не хватает, да? О, кормушку могу сделать. Давай кормушку сделаем. Пускай кушает. Отлично. А, только еду теперь надо складывать оттуда. Так, иду, надо будет что-то искать. Так, что там мяукаешь, не мяукай. Оборона. Так, оборону давай поставим. Да, можем поставить оборону. Вот, если будет тут идти. О, сюда и поставим, отлично. Давай так. Так, все стоит. Можно лучше контейнер для палок. Так, ягодная плантация нужна, и выпустить палов работников на базе четверых. Так, хорошо. Так, с базой, с улучшением, что у нас? Так, пятая у меня есть. Так, и у меня ничего нету. Ягодная плантация, пастбище для скота, стандартный парашют. Так, так, так. Что мне нужно? Камень. Нужен камень. Так, этот у меня что-то ожил, не ожил? Еще не ожил, да? Еще мертв. Интересно, конечно. Характеристики персонажа можем улучшить. Да, которую я поймал, тьма. Это кого я встретил уже, получается. Так, ладно, мне нужно, что-то нужно было улучшить характеристики. Так, что мы можем? Давай атаку, может. Давай атаку лучше. А, все, может ничего. Так, почему не улучшилось? Так, улучшили. Энциклопедия. Кого еще не увидел? Энциклопедия. Это у меня светится, показывает. Ой, сколько тут палов-то этих всяких разных. Вот этого, да, не видно? Ты откуда сова взялась-то? У меня вроде не было совы нигде. Так, база до 7 уровня. Поймать 5 существ. Ламбол. А ламбол — это как бы общее название или отдельное? Так, давайте на плантацию построить тогда им. Так, сейчас. А где плантации? Так, так, так. А, изучить. Изучить надо. Так, мне нужен камень.
Так, пойдем за камнем. И, кстати, еда нужна мне. И нужна еда. О, там курочка яичко вижу, там в стороне снесла. Пойдем, яичко заберем. Вижу, там блестит. Вроде как яичко. Ага. Так, мое яйцо. А курочку давай-ка мы это самое... Меска-то возьмем. О! Как бы без этого-то? Меско тоже надо кушать. А это так сидит туда. Ну, пускай сидит. А его можем атаковать? Выживший исследователь. Так, не будем. А вот это у нас... Блин, надо... Может, чтобы на локации была добыча, и тогда они будут добывать? Простой камень ничего не дает. Этот камень тоже ничего не дает. Да они будут добывать, наверное. Что-то у меня есть такое ощущение. Так, что нам нужно создать? Угу. Так, изучить ягодную плантацию. Пастбище для скота. Сторонки поставить. И они, может, сборами будут заниматься. Может быть, но это не точно. Так, давайте быстрее к работе-то, ё-моё. Где вы бегаете? О! Ой, тут сейкой надо заниматься еще. Ох ты, ё-моё. Сколько тут дел-то прям. Не знаю, надо еще сеять. Смотрю, шкала заполняется вокруг красных ягод. Я фиг знает, что я делаю. Или это назреет ягода? А так не зреет. А так заполняется шкала. Все, да. Блин, поливать теперь. Ха-ха-ха. О, смотри, реально, а как работника сюда поставить? Призвать пала. Так. Эмоции команда оставить такую, так погладить.
Так, как же назначить тогда? У вас под рукой нет палов. Так, этот там что у нас? Живенький уже? Живенький. Или оно само медленно будет? Так, отмена. Так. Так, призвать. Я. Чё ты? Зачем ты выкинула? Блин, а как мне с ними тогда? Так, тогда я пока не знаю. Как им задачи поставить? Я не знаю. Так, там еще уже голодные еще, ёпарсете. Идите ягоды и жрите. Как можно? Или... Ягоды поели, да? Ага. Жует он, жует. Поднять. Ну-ка. Он сюда не годится. А, или годится. Требуется умение полив. У тебя нет никакого умения. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И он голоден. Так, и он отдельно вообще от всей кухни. Так. Дай иди ткнем, да. Так, вернуть коттеджа, добавить список палов, покормить. Давай покурим тебя чем-нибудь. На тебе. Опять голодный, что ли? Да иди ты в задницу. Иди ищи себе еду. Че я теперь буду? Возиться с вами тут буду, что ли? Ой, ты, ё-моё, это кто там? Смотри, смотри. Мама Рест. Ёпарас, это 35 уровень. А чё ты сюда идёшь-то, алё? Офигеть. Фига себе, я хочу себе такого. Ты опять голодный, что ли? Так, не надо, в бой. Давай, чё, покормить тебя. Или чё с тобой сделать? Иди ищи еду. Ты в ловушку пойдешь, не? Не пойдешь, да? Как бы умный, да? Ты мимо пошел, да, ловушки? А ловушка для кого? Офигеть. Попробуем завалить его. Ты чё буянишь-то? Братва Фасово! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Фасово, братва, Фас!
Опа. Я умер.